всем моим зрителям огромнейший привет. С вами я, Юлия Crazy Nails. По многочисленным просьбам в Инстаграме я решила снять для вас мастер-класс по этим котикам. Этот дизайн, конечно же, непростой и не подойдет для новичков. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал и возле кнопочки подписаться, нажать на колокольчик, чтобы вам сразу же приходило уведомление о выпуске нового видео на канале. Для выполнения этого дизайна я буду использовать цвет от Patrice Nails серии Elegia. На палитру я нанесла цвет под номером 708. Это простой белый. 712 это черный. И 705 бежевый. Нам нужно расчертить нашу типсу. И у нас головка котика идет под наклоном. Поэтому сначала намечаем центральную ось. Делим типс напополам. И вот тут у нас будет глазик. И приблизительно вот здесь второй глазик. Нос. Конечно, сейчас трудно поверить, что у нас будет котик, но это черновой вариант, который нам необходим. И сейчас головку можно уже закрасить основным цветом. Пока нижнюю часть рта я трогать не буду и сейчас просушу в лампе. И начнем заполнять киску с глаз. Сушим. На первом котике у нас рыженькие глазки, но на этом котике я хочу сделать голубень. Я для этого возьму голубой 342 и витражный S6, также от Patrice Nails. И сейчас глазки закрашиваем голубым. Сушим. Теперь берем витражный синий и затемняем глаз в верхней части. Сушим. Добавляем сине-черного, чтобы сделать еще их темнее. Сушим и делаем то же самое со вторым глазом. Дальше я беру черную гель-краску от Patrice Nails и обвожу глазки. И то же самое будем проделывать со вторым глазиком. Сделали глазки, можно еще сильнее затемнить их и верхней части. Берем белую гель-краску, расставляем в глазах блики. Для носика нам понадобится нежно-розовый оттенок. Берем также черную гель-краску и обводим.
туши в нижней части носик обязательно затемняем черным смешанным стопом. Сразу берем белую гель-краску и добавляем еще белый. Сушим. Дальше в основной цвет, которым мы зарисовывали полностью котенка, мы добавляем еще больше черного и добавляем топ, чтобы был полупрозрачный цвет. Немножечко затемняем котенка. И границы мы буквально немножечко растушевываем. Тушим. Добавляем в этот же цвет еще больше темного и затемняем те же самые участки. И растушевываем. Сушим. Теперь берем просто черный, который разбавлен стопом, и затемняем еще, только уже совсем тоненькие линии делаем. Не бойтесь затемнять и делать насыщенные цвета, потому что все равно, когда вы перекрываете топом, яркость у вас немножечко уходит. Дальше берем тот оттенок, которым мы затемняли изначально, и уже обводим нижнюю часть. И также растушевываем. И давайте сразу наметим ушко. Дальше берем еще темнее цвет и также продублируем. Не просушивая, берем этот же цвет. И вот от этих линий рисуем дрожащие линии от толстой к тонкой. Теперь затемняем нижнюю губу. Сушим. В принципе, мы все уже затемнили, теперь остается высветлить. Начинаем как раз опять с нижней губы. Для этого смешиваю белый гель-лак с топом, чтобы был полупрозрачный белый. Не забываем про ушко, нам нужно затемнить чуть-чуть в уголочке. Добавляем еще больше черного и еще раз затемняем. Сушим, берем черную гель-краску и обводим контур. Тушим и дальше перекрываем матовым топом. Я перекрыла матовым топом, и вы можете видеть, что цвета стали намного тускнее. Поэтому не бойтесь, даже если вы будете перекрывать глянцевым топом, все равно яркость уйдет. Я не стала рисовать вот здесь вот левое ушко, потому что здесь у меня будут потом стразики. Дальше мы берем белую гель-краску и добавляем объем.
Остается добавить стразы и бульонки, и я вам покажу окончательный результат. И вот наши котики готовы. Это девочка, а это у нас мальчик. Естественно, я рассчитываю на ваши лайки. Также подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки на мои социальные сети будут в описании под видео. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!